Жители разбитого поселка Пески оккупируют чужие дома. Бросив то, что осталось от их жилищ, они перебрались в соседнее село в поисках брошенных, но пригодных для жизни домов. Село Первомайское, Донецкая область, около 20 километров до Донецкого аэропорта. Ранее тут проживало более 2000 человек. Сейчас заселены не более 80 дворов. Остальные поселок покинули во время интенсивных обстрелов. Большинство уехали в Россию. Они, может быть, даже не по собственной воле туда, но выезд был только в ту сторону. Там шли бои на Карловке. Туда уже практически выехать невозможно было. Они на Донецк, с Донецка потом туда в Крым и с Крыма дальше. Первомайская граничит с селом Пески, но дома тут чудом уцелели, в отличие от поселка соседа. Там вот это ж вот где вышка, там же вот блокпост был ДНРовский. Их били неделю целую. А потом, когда наши зашли, стали там же блокпостом. ДНРовцы постоянно обстреливали. Так как в этих домах есть хотя бы крыша над головой, жители Песок перебрались именно сюда. Ну, я приехал и вселился, а у нас так и было. Ну, вон люди живут, у них там на краю. Полностью у них два дома, остались одни фундаменты. Вот они пришли, пустой дом, заселились. Мы тут никто никого не спрашивал. Мы тут те, кто остался и выжил. Я 3 месяца жил в подвале сначала. А потом, когда дело пошло к зиме, надо же было где-то искать что-то, надо же зимовать. Зашли сюда. Люба, иди сюда. Вот. Валентин со своей женой вселились в недостроенный дом. Отделили себе одну комнату и кухню. Мебель перетащили из старого дома, что уцелело. Соорудили печку и забрали с улицы бродячих котов. Тут же, смотрите, ремонт был, они делали и так бросили все уехали. Так мы тогда, ой, какую мебель оттуда из дома забрали, сюда попритащили. Тут эта соседка, вот невестка рядом живет. Коврики нам кое-какие дала, мы тут постелили. На новом месте супруги обзавелись хозяйством. Уцелевшие после пожара кроли даже дали потомство. Двор охраняют 2 пса. Да, свой маленький. И этот выжил. Живут супруги на пенсию. Деньги, что получает Людмила, оставляют себе на жизнь. Пенсию Валентина отправляет дочке в Луцк, которая живет там в гостинице с 2 малышами. Куда деваться, если настоящие хозяева вдруг вернутся в свой дом, супруги не знают. Надеются прожить здесь хотя бы до тепла, чтобы можно было вернуться в свой разрушенный дом и попытаться его восстановить. Ольга Калиниченко, Евгений Клементьев, 057 Вести.